Привет, дорогие друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Сегодня мы вместе с вами поиграем в игру Stickman Archer, поиграем за лучника, в онлайне будем сражаться с другими игроками, а также прокачивать будем нашего лучника, который будет очень крутой и непобедимый. Я, по крайней мере, на это надеюсь. А ты, бро, успей поставить лайк за 3 секунды, чтобы наш лучник всегда побеждал. Считаю. Раз, два, три. Молодец, бро, что ты успел поставить лайк, а если не успел, значит... Значит, ты медленный. Ну, ты, значит, улитка. Ну что ж, мы сейчас с тобой. Возьмем нашего персонажа. Вот он какой прикольный. Я недавно на него, ребята, открыл прикольный скин. Теперь он девушка. А может быть, это усатый парнишка. С такими вот косичками. Короче, то ли парень усатый, то ли девушка усатая. Она сейчас будет играть. О, против нас, ребята, Дональд Трамп. Это бывший американский президент. Мы сегодня жестко прокачаем нашего лучника, потому что у меня есть здесь много всяких штучек, которые я заработал. Ну что же, давай мы с каждой стрелой по разу выстрелим, чтобы ты понимал, как она вообще наносит урон. Есть у нас такая вот стрела, да, которая кактус. Блин, как же вообще тут у нас стрелять? Так, давай повыше. Кактус полетел, но... Ай, перелет, ребята. Дональд Трамп, конечно же, он... Веселый, видите, он хочет тоже по мне запустить стрелу. У него на флаге сзади Рик и Морти побежали. Ничего себе пасхалка. Сзади у этого Трампа, как бы Стикмана Трампа, мы видим флаг прикольный. У него такие вот когти. Опа, промазал. Ты промазал. Вот так вот язык ему покажем. Так, ну я тоже, конечно, мазила, ребят, если что. Так, давай мы вот сверху. Вот давай, давай, ну что же это такое? Пока что у нас ничья, как вы видите. Он заряжает какую-то ядерную стрелу вообще. Мы сегодня прокачаем лук, прокачаем стрелы. Короче, будет вообще жесткий кач. У меня 11 тысяч золота уже здесь в игре. Это хороший результат. Воу! То есть ветер как-то против него дул. Ладно, давай мы все-таки бомбочкой его накроем. Чувак, лови! Лови гранату. На! Блин. Я в стол куда-то выстрелил. Тяжело на самом деле. Игра довольно прикольная. Но меня напрягает то, что здесь есть эти взрывные стрелы, которыми можно стрелять их, по-моему, всего лишь 2 штуки. Вот как у меня сейчас. И враги очень жестко могут уничтожить меня, если попадут дважды. Хорошо попадут, и все. Я тоже могу уничтожить, только я не могу попасть. Вы поняли? То есть в чем прикол? Я не могу, они могут. Так. Вот так вот. Давай дождь. Дождь, дождь, дождь! Да! 7 урона нанес, чисто под ноги выстрелил. Но у него, ребята, щит 85, у меня 60. Я в шоке! Что ты мне машешь? Все, промазал ты. Будем надеяться, что он промазал. Ха-ха-ха, что-то смеется. Ха-ха-ха, в гуся попал. Да, хоть он не попал в меня, но зато попал в гуся. Так, давай мы берем стрелу вот такую вот. Блин, да как вообще тут стрелять? Препятствия переместились. А как-то криво они на самом деле переместились. Эта стрела довольно скоростная. Отлично! Хороший результат, вы посмотрите. 20 по щиту и 20 по сердечку. Ну давай. Ой, он взрывную стрелу, ребята, зарядил. Давай ему язык покажем. Не попадешь. Ветер, кстати, на него. Ого! Попал! Вы посмотрите. Минус 24 по хп. Ничего себе. Ты негодяй. Давай мы его здесь вот выстрелим. Ну-ну-ну-ну-ну. Попал в препятствие квадратного робота. Я не знаю, что они здесь вообще делают. Почему они, ребята, там летают? Здесь очень много прикольных пасхалок в игре, то есть они в окнах появляются разные. Вот внизу монстр зеленый, смотри! Такие зеленые глазищи были. Ты видел внизу, ребята, значит молодцы. У меня идея, смотри. Ничего себе ветер какой. Да что ж так ветер-то дует? Как-то препятствия перемещаются, они все равно очень высоко. Вот, отлично, в спину попал. Это и был, ребята, мой план. Рикошетом в спину зацепил, потому что у него спереди как бы щит. Мы его обманули. Давай, стреляй! Да! В щит. Щит меня спас, но у меня больше нету щита.
Мне надо еще раз. Ага, у меня закончилась, ребята, стрела моя. Так, есть еще ледяная стрела. Как раз погода нам сопутствует, потому что ветер. Да ну, заморозил. Хотел врага заморозить, а получилось. Вообще, ну я не знаю, что это летают. НЛО какие-то или кто они такие. Квадратные роботы с глазами. Ребята, если вы увидели какую-то пасхалку или какого-то монстра, обязательно пишите тайм-коды и что там было внизу, вверху. Ну, Рик и Морти вы уже видели. Блин, столб заморозил я. А также был у нас монстр с зелеными глазами. Но он, конечно, может по мне попасть и меня убить. У меня нету защиты. Да он промажет, смотрите, потому что ветер сильный. Ха! Промазал. Так, куда они вообще переместились, эти штуки? Тяжело вообще по нему попасть. Ладненько, ребятки. Чем по нему таким выстрелить? Кластерной стрелой. У меня и стрел-то уже маловато. Огненной. Но есть два варианта. Либо я попаду в голову и я победю, либо я промажу, да? Хотя я мог и в щит попасть и всего лишь нанес бы один урон. Но я, конечно же, в очень неудобном положении, потому что у меня вообще нету щита, а он вообще заряжен, чувак. В гуся! Ай! Было больно! Беру кластерную стрелу. Может, я ему в головешку попаду. Блин, да что, как они вообще эти штуки стоят? Да, в голову ему! Минус 14! Отлично! Я был, ребята, на волосок от гибели в этой игре. Ребята, усатая девушка победила Дональда Трампа. На самом деле, прическа у него реально похожая, смешная такая. Есть у нас звезды. Давай откроем сундук. Что у нас тут будет прикольно? Ух ты, золотая карта! Жизни у нас больше, ребята. Сейчас мы с вами будем жестко прокачивать персонажа. Он будет очень уж крутой. Давай, больше всего. Ключи. Кстати, вот здесь надо дождаться, пока все вылетит. Не надо нажимать, а то этих ресурсов будет очень мало. Так, что-то еще высветилось. Отлично. Давайте мы вот здесь тоже откроем за 42. Что у нас получится? Сейчас нам нужно как можно больше ресурсов. Давай еще. Прокачаем лук. Не знаю, стоит ли прокачивать нам персонажа. Пока что попробуем все вкинуть в оружие. Посмотреть, что с этого выйдет. Потому что как только мы качаемся, так и враги качаются. У нас 580 энергии. Ладно. Пробуем, ребята. Что у нас есть? Лук. Давай лучок качнем. 1500 денег. Урон базовый 8 будет плюс 5. Лук улучшенный уже. Хорошо. Стрелы. Также у нас есть щит. В принципе, пока что мы не можем улучшить щит. Есть флаг. Флаг нам не нужен. Мы, ребята, можем с вами прокачать сердечко. У нас будет реально 95 здоровья. Но я думаю, что у врага тоже будет очень много здоровья. Потому не факт, что мы будем крутые чуваки. Так, что у нас еще есть? Какие-то стрелы можем прокачать. Так, давайте кластерную прокачаю стрелу. Вот, раз. И еще раз будет кластерная стрела. Что это такое? А, 15 урона всего лишь будет. Так, мы можем также прокачать огненное. Кластерное есть. Да, и по огненной недостаточно, я вижу. По кактусовой недостаточно. Обычное можно прокачать, но не хочется деньги тратить. Давай мы, наверное, вот ледяную нашу стрелу. В принципе, у нее все есть. Почему-то я думал, что я больше стрел прокачаю. Ладно, обычная стрела. Я обычно никогда не стреляю. Хоть у нее, в принципе, и тоже нормальный урон. Блин, 130 надо, 100. Ладно, я не буду обычную качать, потому что дорого, только потрачу деньги. Я уже, ребятки, нахожусь на 13 уровне. Дальше у нас будут ключи, новая карта какая-то. Мне здесь в игре еще нужно зайти один день, чтобы получить прикольный лук, вы посмотрите. Просто эпический. Так, у нас показано, что одна стрела не прокачана. Да я вижу, что не прокачана. Не хочу тебя качать. Ну что ж, посмотрим, сколько у меня будет хп. Это будет прикольно. Мы уже можем сюда заходить даже. А почему тут закрыто? А, мне нужен 15 уровень. То есть по энергии я уже могу сюда зайти. А по
Уровню нет. Видите, как круто у меня все прокачано. Рейв пещера. Ну что ж, пойдем. Давай посмотрим. Денежки мы заплатим. 50 золота. Ребята, поиск соперника. Против меня какой-то чувак. У него тоже есть красные резинки. Просто у меня, ребята, на голове. Да, а у него на бороде. Ну давай, стреляй в меня. Почему у него 95 хп и у меня 95 хп? Так нечестно. Давай посмотрим, как наша крутая кактусовая стрела вообще валит. Сколько она? 28 урона. Так, куда-то ветер в мою сторону. Так, пошла жара, но... Блин, чуть-чуть бы я ему в ногу попал. То есть я вообще никакого урона не нанес. Надо было чуть-чуть выше. Ветер на самом деле меня сбил. Он сейчас стреляет. Ай, взрывной стрелой. Нет! Блин, я под землю провалился. Ребята, я спрятался в бункер. О, меня кто-то поднял. Так, берем еще кактусовую стрелу. Давай, давай. Камешки, летите. Пошла жара. Ну, в ногу! Блин, да что ж такое? Вот невезуха, ребята. Два выстрела коту под хвост. Да как я так мажу? Я просто, ребята, разучился играть. Но ничего, я думаю, что наверстаем упущенное. Так, у меня есть еще стрела? Давай, кактусовая. Последняя, да, это моя? Так, главное, чтобы не попасть. Но! Да, блин, даже сзади рикошета меня не взял. Вот что такое? Вообще не везет мне. Чувак, давай уже стреляй быстрее. Смотрите, натягивает тетиву. Полетела стрелушка. Промазал. Фух. Ладно, что у меня еще есть? Давай посмотрим. Беру кластерную, чтобы точно попасть. Она разделяется на две стрелы. Что-то да и попадет в голову. На тебе! На 28. Нормально залетело. Было бы круто, если бы две стрелы попало в него. То есть я бы и щит повредил. И так. Ну что ж, у меня как бы в теории... Ой, он ледяной стрелой. Хорошо, что промазал, потому что если он попадает, ребята, ледяной стрелой, то все, вы понимаете? На! Я не могу четко стрелять два раза. То есть у меня типа голова замороженная, что-то такая. Он снова ледяной стрелой. Смотрите, он хочет меня заморозить. Он хочет сделать из меня сосульку. Нет, чувак. Еще раз палим. Я тебя разрушу. Будем попадать. Давайте, полетели. Ну, огонь! Да что ж... А, ветер на меня. Я не посмотрел на ветер наверх. Да, это была моя ошибка. Ребята, был очень большой встречный ветер. Ну, он, конечно же, вообще косой, слепой. Я в шоке. Он еще тут, конечно, мазила. Это мне на руку. Так, давайте. Так, никакого ветра нету. Отлично! Я его заморозил. Я уничтожил, ребята, его щит. Теперь можно по нему стрелять огненными стрелами, и я его просто сожгу. Плюс он не сможет два раза по мне нормально стрелять. Не-не-не, промажь! Фу, хорошо, что промазал. Где моя огненная стрелочка? Давай сюда. У нее урон 45? Чего? Серьезно? Это я так жестко стрелу прокачал? Так, куда ветер? Непонятно, куда ветер. Пошла стрела! На! Что, урон 45 у него? Минус 15. Ага, ну ничего. При каждом выстреле, ребята, я буду его поджигать, даже если буду промазывать. Вот сейчас мне бы не помешала взрывная какая-то стрела. Давай посмотрим, что у нас есть. Есть огненная, ледяная. Давайте попробуем просто его еще раз заморозить. Не знаю, что с этого получится. Так, ждем, пока вылетят камешки. Огонь! Но в ногу ему! Минус 35. Все, ребята, победа реально будет за нами. Представляете? У него под ногами огонь, а на голове лед. Вообще, чувак одновременно и замораживается, и горит. Это просто какой-то нонсенс. Давайте его обычной стрелой накажем. Обычная стрела пошла. Даже если промажу, ничего страшного, потому что он бы сгорел. А, в ногу. Если честно... Игрок был вражеский очень слабый. И мне, конечно же, это на руку. Да, 100 золота заработал. Я хочу пройти дальше. Мне нужен уровень, ребята. У меня хорошо прокачан персонаж, как мне кажется. А вот уровня недостаточно.
чтобы играть где-то здесь, Утиный остров. Видите? То есть у меня все есть. Есть 500 сил, я даже здесь могу играть. Здесь нужен 25 уровень. То есть у меня силы много, а уровень маленький. Это прям беда какая-то получается. Ну да ладно. Давай мы здесь, у меня деньги есть, пока что побеждаем. Идем дальше. Будем наказывать противника. Игра очень, ребята, залипательная, потому что когда я здесь захожу, я могу, ну, час вообще зависнуть, 2 часа. Такая жесткая. Так, ждем. Это, наверное, единственная игра, в которую я сейчас играю вне ролика. Против меня сейчас какой-то... Подожди, ты кто такой? Железный человек? Тони Старк? Уходи отсюда. Ой, карта не очень, потому что здесь снова эти блохи, мухи. Ладно, чем мы будем тебя фаршировать? Давай взрывной стрелой будем. ХП много. Оу, сзади лохнесское чудовище. Вроде бы отличная погода. Давай, давай, давай. Блин, -2. Чуть-чуть ниже надо было. Ну, погода была хорошая, потому что ветер никуда не дул. Сейчас он дует против меня. И он сейчас стреляет замораживающей стрелой. Если он попадет, то все. Я дважды не смогу, ребята. Ого! -40! Ничего себе, у него стрела какая заряженная. Как это -40? Мне -35. И как мне? Да ты че, я вообще никуда не попаду. Нет, вообще, я не смог бы попасть, ребята. Вы видите? То есть, был ветер в его сторону, это раз. Во-вторых, у меня голова двигалась. А в-третьих, эти мухи, они очень высоко. Их вообще не перестрелить. Он тоже не может попасть. Чем еще выстрелить? То есть, я только стрелу буду портить. Давай обычной стрелой. Понятно, что-то ни о чем и попасть я не смогу. Так, давай вот как-то не сильно буду натягивать. Но наверх. А нет, это нереально. Давай, Тони Старк, теперь в мою сторону. Снова чудовище вылезло. Эй, ты зубатая. У него 4 зуба. Где твой 5-й зуб? Как будто ему кто-то его выбил. Может, это был молочный, и он просто сам выпал. Правильно, муху уничтожай, потому что мы так будем долго разбираться. Что ты злишься? Не злись. Так, стрела, ну... Я, конечно, прострелил в никуда. Но мы видим, что у него 93 хп, у меня 55. И сейчас, если он долбанет своей разрывной стрелой, то мне может быть очень плохо. Ха-ха-ха, что ты хихикаешь? Давай я ему приветик покажу. А он решил муху уничтожить. Куда? Против меня. Давай я тоже заряжу, что у меня 1 стрела осталась. Так, давай, ветер против меня, значит, вот так вот. Давай, 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 ну, отличный результат. -49. Хох, теперь мы с тобой на уровне, дружище. 60 щит у меня и 60 у него. У меня чуть больше здоровья, он разозлился. Он злой, конечно. Правильно, стреляй в мух. Так, как же я по тебе-то стрелять буду, если честно, даже не знаю. Так, ветер против меня. Значит, давай вот так вот. Давай, 2 стрелы! Чуть-чуть бы ниже. Ай, да что ж такое. Я думаю, что надо попробовать его сзади атаковать с помощью нашей кактусовой стрелы. Он заряжает эту взрывную стрелу и ветер против меня. А, ветер за мной. Он решил, ребята, муху уничтожить. Правильное решение. Пусть он бьет по мухам, а мы с тобой будем бить вот сюда. Давай. Но, в спину. Отлично. Почему? Урон нанесся ему. Что ты язык показываешь? Я по тебе попал. Это и был мой план. Я в очках. Опа. Крутой такой. Он меня заморозил. Ай-яй-яй. Как-то не очень хорошо. Так, у меня еще 2 стрелы. Ветер против меня. Ветер, конечно, вообще дует в мою сторону. Я буду стрелять, ребята, против ветра. Но... Да, ай-яй-яй, не попал. Так снова хотел ему в спину, чтобы залетел рикошет. Но я, ребята, сейчас вообще выведен из строя. Мне очень тяжело стрелять, потому что у меня замороженная голова. Он еще и в голову попал. Я в шоке, чувак. Ты меня очень разозлил.
Но? Но! Да, в ногу ему! Минус 18, это был мой план, у него 8 осталось! Отличный результат, слушайте. Мне бы по нем попасть именно стрелой, но... Кластерной нет, кластерной не надо. Мне надо вот эта стрела. Вот как-то бы прошла, чтобы она между двух этих мушек. Отлично! Все, прощай! Ха-ха-ха-ха! Победа за нами, вы посмотрите! Просто восхитительно! Да! Вот такой вот воблер! Ребята, воблер с хвостиками и с усами. Ну что ж, дорогие друзья, круто мы прокачали нашего персонажа. Тут, в принципе, все хорошо. Как только я достигну 15 уровня и мы с вами сможем играть на новой карте в новом режиме, я обязательно сниму ролик и покажу, что находится здесь. А с тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие видео, на канале 3000 роликов, что-то для себя найдешь. Скоро увидимся, пока!